Но по факту мое мнение не меняется на сегодняшний день, потому что я считаю, что Татьяна Владимировна Рапунцель ведет себя просто отвратительно, лицемерно и разрушает просто семью Дмитриенко. Вот, накидывает младшей своей дочери, чтобы я не общался с сыном. А потом приходят, выставляют меня здесь таким плохим, и то, что я не помогаю, и то, что я не хочу помогать, и так далее. Я считаю, что в Татьяне Владимировне Рапунцель живет две личности. Вот, 5 минут нормального человека и 5 минут лицемерного человека. Вот. Но я еще раз говорю, нужен мужик, который действительно ее удовлетворит. И когда она будет удовлетворенной женщиной, Татьяна Владимировна Рапунцель, я думаю, она не будет грязь лить на весь интернет. Удачи вам, Татьяна Владимировна Рапунцель.